Краевой штаб антикопчаковских сил. В близлежащем лесу находится своя небольшая достопримечательность – древо жизни, очень мощное и высокое дерево. Образовано в конце 19-го, начале 20-го века как привалочная база золотодобытчиков, охотников и лесозаготовителей. Тогда же была построена церковь, сожженная в годы Гражданской войны. В гуще леса находится старое литовское кладбище. В поселке Степной Баджей есть местный музей.